Так, все уже в садик собираются. Все. А носочки там еще. Антош, и ты свои носочки. Вот носочки. Давай. А Фаня сегодня на целый день в садик поспит там, да, и папа заберет. К вечеру. Или мама, может. Вместе с Антошей. Вечером. Поиграешь на улице, да? Два раза будешь сегодня играть на улице. Хорошо? Его заправлять или так? Не, не так не. Оп, чуть не уехал. Да, чай с мятой на завтрак. Нет. Ну, давай, пей чаек. А у нас еще математика. Уже не будет математики. Почему? Еще же летние каникулы, да? Сейчас в садике занятий нет. А каникулы у Антоши, по-моему, с 1 июля сказали это. Каникулы у Антоши в садике. И что будешь есть? Тамака! Мята, ну пей чаёк. Пока, сына. Григорий, доброе утро. Доброе. Решилечка проснулся, сейчас идет тоже с нами рвать горошек, да, сынок? Пошли. Включили пока тут мультики. Сказка о мертвой царевне. Да? О мертвой или о какой? Не, посмотри. А, ну да, о мертвой семи богатырях, да? Так, все, пошли. Сейчас у нас 7.30, 7.40 даже уже. Вот укропчик уже растет. Я так посмотрел, что 10 килограмм уже и не влезет. Да? Так, ну давай башки свои. Так, откуда вы рвете? А? Где вы рвете? Любую, берите рядочек. И целый ряд идет. И рядок взяли, идите вдвоем. Хорошо, Гриш, понял? Там у тебя ведро есть? Вот он такой горошек. Как камера трещит. А потом будем вместе. Нижний поспел, а верхний еще не так совсем. Можно Гриш. Тут горох вот такие нынешки. Там Серега все занес же? Поставил? Да, я если бы что-то не глянула, куда он занес, но он там с Зоей играет. После тренировки? Да. У меня тоже. У меня спина и плечи в основном. У меня вот так они прям свисают. Прям что-то поднимать вообще не хочет. Кости свисают. Да что ж вчера мышцы, это твоя, знаешь, это как это, тачки эти нас доконали, да? Только... Григорий, ведро со стола, можно это убрать? Гриша сейчас отбирает горошек зеленый. Мы хотим приготовить омлет с зеленым горошком. Сначала да? Яичница. Мы потом решили омлетик, да? Да, ну я просто хочу садить, я его так люблю. Да. Жарила омлетик, как будто блинчик. Потом вернула его вот этой вот лопаточкой. Ну, то есть сначала пожарила вот такой вот блинчик. Немножечко его потыкала вот так вот силиконовой лопаточкой. А потом, ну здесь омлет, это 4 яйца и немного молока. Соль, перец и прованские травы. Здесь кто что любит. Вот так вот потыкала, и когда было все вот полностью поджарено, сковородку крутила, потому что огонь бывает неравномерно. И потом, вот когда все здесь пожарено, уже добавила горошек, и все скрутила вот таким вот рулетиком. Все, теперь перекусываем. Григорий, как тебе мамино блюдо? Вернее, это твое блюдо. Лайк, лайк, лайк. Так, а я буду с томатиком. Вот мой тоже омлетик-рулетик. И томатный сок домашний. Смородец. Что, вы тут играете? Тут скоро смородец. Ну да, уже спеет, гря, как сильно поспел. Я сейчас поеду Афоню заберу, на почту заеду, тут посылка какая-то пришла. И еще же это, Родион приедет. А? Родион приедет. Когда? Ну, где-то в час. У-у-у,
Как ты тут? Гулял? Гулял? Покушал? Вкусно? Что, домой или спать? Ты куда? Домой поедешь? А? Ты сам будешь? Да, я тебя заберу, а завтра уже поспим, да? Потому что еще надо же на улице поиграть, да? А если ты хочешь сейчас на улице играть, то надо пойти поспать, чтобы потом выйти, понял? Хочешь, пойди поспи. Не? Домой? Давай тогда все в домик ставь свой. Угу, вот это надо в домик. Где твой домик? Вот домик, правильно. В домик, вот туда, молодец. Ты только покажи, на какую ты будешь ножку, хорошо? Не на эту, на другую. Вот эту, да. Все, сынок, только меня жди, понял? Слышишь меня? Ой, что? Это мне с днем рождения? Да. Ты мой хороший. Вот так, да. А, да. Туда поднесешь? Ну, в кружечку тогда поставь, хорошо? Поставил, попил воды, поставил цветочек. Что у тебя за шапочка такая, Фонечка? Зоечкина, да, красивая. А, Фонь, только гуляй под навесом, хорошо? А Фоня опять на Пушкины нам велосипеде. Это чей велосипед? Мой. Твой? Я думала, это Башкины. Мой. Твой это, да? Мой. Можно кататься, да? Да, можно кататься. Афонечка, едь сюда, Афоня. У нас здесь футбольный матч, потом я против Родиона. А Зоя? Удар поворотом! Ох, какой момент! Гол, гол! Все, гол! Девять сыграно. Гол, 6-5. Уйди. Гришин мяч. Да уйди. Гришин мяч, дай ему мяч. Гришин мяч. Давай ему дам. Какая заянечка. Ты поедешь? А что, я не мимо, в штангу попадает мяч. Итак, давай я тебе, надо, это аут. Родион-то аут. Дай, я бросаю его. Его надо изорубить. Афоня, ты на велике? Ну, отойди. Я на тебя бросаю, ты зарабатываешь мяч и удар. Хочешь, можешь на меня еще раздать? Удар поворотом. Гриша, можешь дать на меня. Удар поворотом. От штанги. Красивый гол. Привет, сына. Ты едешь? Ты по дорожке ездишь? Ты там до мячика сильно не лезь, хорошо, чтобы тебя не попали, ладно? Да. Так, а? И ты, да, Фоньки? Только обуться, Заюня, обуться. Пошли, обуемся. Так, мы садимся ужинать. Антоха доедает пиццу, которую Родион привез. Он чуть-чуть гулял? Да, он в обед приехал и вот, наверное, часов до 5 играл. И уехал, да? Мы борщик доедаем. Еще Богдан приезжал когда-то, ну, помню. Богдан. Не помню. Из карате. Ну, что-то понравилось. А, из карате, да, да. Да, Родиону понравилось. Они хорошо и в бадминтон, и в футбол играли, и на батуте. Еще и в телефоны, поэтому, знаешь. Вот Григорий собрал мисочку клубники. Пахнет очень. Вот мое клубничное настроение по поводу собранной клубники. Пока это будет 10 минут в духовке примерно, я вам расскажу, как я делала тесто для этих таких как бисквитных печенек, что ли.
Так, вот оно, написанное тесто. То есть я взяла 100 грамм сливочного масла размягченного, добавила к нему полстакана сахара. Не знаю, ли будет ли достаточно сладко или нет. Первый раз такое делаю. Потом, когда все это хорошо взбилось, добавила одно яйцо. Затем смешала ванилин, муку, разрыхлитель, щепотку соли. Добавила все вот в эту яичную масляную смесь. И в конце немножечко молока. Не знаю, на глаз так ливанула, чтобы тесто было не жидкое. И все это хорошо взбило. Так, вот такое вот получилось это. Но мне кажется, нужно тесто немножко по-другому делать. Мне кажется, можно сначала яйцо с сахаром взбить до бела, а потом уже туда добавить сливочное масло и муку. Мне кажется, тогда будет не такая пористая структура. Но это, скорее всего, из-за разрыхлителя. Но мне нравится. По виду такие смешные оладушки, я бы сказала, не знаю. А как я делала именно клубнички, это просто распечатанный трафарет клубнички, положенный под пергамент. И сверху я просто все это обводила из мешка кондитерского. Так, вот мои три вида теста. Желтого немного, зеленого еще чуть побольше, а розового больше всего. И сейчас все здесь буду обводить. Так, вот так вот я сделала сначала все розовым. Теперь беру зеленый и начинаю, пусть опускаю этот. Если бы это бы все не так растекалось, но я пробую сделать другое тесто в следующий раз. Здесь все это не будет вот так вот расквашиваться. Посмотрим на идеи с вот такими вот цветными, бисквитными, как будто бы этими, мне понравилось. Так, опускаем. И теперь для желтого так вот делаем точечки. Причем все, сейчас выключаю камеру, доделываю. Ты, а ты так и домик себя построил? Да. Ты сам? Да. У меня все упало. Ух ты, какой ты молодец у нас. Тебе 3 года. Это 4, надо 3 показать. Гриша тут тоже дома, да? Ну играйте, я сейчас пошла печенюхи эти вытяну из духовки, ладно? Скоро уже дома. Да. Так, ну что, вот такие вот печенюхи получились. Если честно, нужно или подольше держать, и не такие вот достаточно мягкие. Тебе понравились, сынок? Ага. Но они вкусные. Даже очень. Очень сладкий. Да, можно даже поменьше сахара класть, да? А наш маленький мальчик заснул. Это тот, кто сегодня не спал. Днем и уже к 9 часам готов. Маленький человечек. For all the times that you ain't my parade, and all the clubs you get in using my name. Think you broke my heart, oh girl, for goodness sake. Think I'm crying on my own, well, I ain't.